Друзья, всем привет из Алании. Понедельник, по-моему, 7 число, если не ошибаюсь. Это вторая часть рынка Воба. Родная Алания, за которой я очень скучал. Родные овощи, фрукты. Офигенные, лучшие в мире. И идем. Ну, в Италии тоже вкусные, да. Но просто там не все есть, нет такого изобилия. Смотрите это. Какого? Господи, я забыл, как на турецком будет. Кабак — это у нас тыква, а как будет? Как будет? Блин, этот кабачок. Я забыл, короче. В первой части я много чего купил, посмотрите видео. Так, мне надо маленький, буквально пару чесночков. Сколько штучек, буквально, чтобы большой не покупать. Блин, этот не очень, конечно. Сейчас еще покажу. 13 картошка, 13 лук. Любимое мое число, видимо, у них тоже любимое, потому что по 13 это... Перчик 50. Перчик дорогой в этом году. Надо взять тот, который тушить, я его обожаю. Помидоры дорогие сегодня. Посмотрите, первая часть длинная, интересная, много всего показал. Смотрите, какой перчик классный. 60. 20 баклажаны, супер цены. Везде 35, 40, 50 баклажан. Вот это была офигенная цена. Людей очень много, рынок начинается почти вечерний уже. Эту сторону я правую не показывал, идем по правой стороне. Я все вспоминаю Швейцарию, там или 3, или 5 евро эти мандарины. 25 лир, супер цена, мандаринки свежие этого сезона. Хочется несколько штучек взять. Давай, нельзя есть сразу. Если я возьму много, я сразу съем много, нельзя их много есть. 60 виноград, шикарно. Виноград в Италии, ее вкусный. В Швейцарии большой выбор винограда, выйдет видео, либо уже вышло. Посмотрите в Мигросе обзор винограда. Цены на него в Цюрихе. Друзья, обязательно посмотрите 3 видео без паузы монтажа из Цюриха. Там просто бомба. Также видео из Перла Платина. Либо вышло, либо выйдет скоро. Там огонь, модели. Модели и наши модели, друзья. Саша и Юля из Приднестровья тестируют. Тестирует, блин, кожу и меха. 30 гранат. Еще дешевле, чем я купил. Помидоры я пока не вижу дешевых. ПМБ особенно их мало. По 50, по 45. 30. Это у нас лимон. 40 мандарин. Крупный. Боже, какой крупный мандарин. Такой как кулак. Довольно такой мощный кулак. Зелень 20 лир, базилик 25 лир. 15 лир петрушка. Морковка 25. Почем яйца в Цюрихе тоже узнаете из видео моего. Это просто шок-контент будет. 60 лир. Так, зайду вот в этот сельский ряд. Может, что-то подешевке будет. Больше 50. Мандарины такие разные цены, от 20 до 40. ПМБ 40. А что ж такое сегодня с ПМБ? 40. Кабачки тоже дорого стоят. Клубника сегодня мало, тоже дорого стоит. 150 лир. Вместо 50, я бы так выразился. Ну как мне жарко после Швейцарии. Мне здесь так жарко. Лира, портулак, пучок. Арахис продаю прям посредине. 25 мандаринки, 30 авокадо, 20 авокадо, банан, 20 черненький. Гранатик 25, форма форму еще не ел, но сегодня форму, наверное, не буду брать пока. Тыкву купил в прошлой части, яблоки купил, когда к Метину еще шел. Боже, рукава, как мне не хватает, я хочу показать этим, надо им показать, какая, они то ли не знают, что есть вот эта рукава европейского типа. Мне кажется, первый, кто ее начнет здесь продавать, станет миллионером. Вот это бесплатный бизнес-секрет открою. Может, самому ее засадить здесь. Метин продавать будет, он имеет право продавать.
Потому что, ну, это не та рукола, то, что они называют руколой. Она, может, и рукола, но это совсем не то, к чему привыкли мы все. В Польше, в Украине, в России. Та рукола, она, ну, она лучше. По вкусовым качествам, по даже, ну, не знаю, мне приятнее, то я пачками ее в Италии ел просто. Я так скучаю за эту руколу. А здесь ее нету. 15 такие помидоры. Там пообрезать, в принципе. 25 огурец, 25 помидоров. Ну, более-менее, а то чуть-чуть их пообрезать, они с какими-то сидятушками. С глазом дракона соскучился. А маракуйи я уже не вижу, кстати. Банан 65. Банан 35. Секрет апулийского огурца раскрыт. Он не только в Апулии, он есть в Алании. Келек называется. Прошлую часть посмотрите. Манго, манхур, манго. Чик по 100 супер цена. По 100 супер цена, инжир это дешево. 50 кабачки. Что ж с кабачками-то происходит? Что ж так дорого? Хурма 80. Ого-го. Персики, нектарины заканчиваются, друзья, сезон. Виноград он по 20 лир кило. Можете себе представить изюм. Я хотел другой изюм, он сильно сладкий, там один сахар, я не хочу изюм, я хочу какой-нибудь либо розовый, либо зеленый, белый. 6 штук, 100 лир кукурузы. Нектарин 80, персик 80, потому что уже финиш сезона. Форма 80, потому что еще начало сезона. Клубники нет, вот тут обычно тоже клубника. Идемте до орешки, надо идем. Кило 100 лир. Дешевле вряд ли он где-то будет. Сейчас куплю пару штук, потому что это очень не хочу. Там здесь один из наших веселых ребят, тоже клубника 150. 150 инжир, хурма красавица 80, клубника 60, вот даже такая есть. 150 лимонов на стране, 20 лир. 7 штук лимонов, 20 лир. Может, точно вот так они продают, интересно. 25 лир хурма, коробочка. Там много, кстати. Здесь сегодня какой-то рынок то ли неполноценный, то ли быстро все продали. Есть много мест таких пустых, как бы. Напоминаю, что это вторая часть. Мне уже болтать надоел. Давай немного помолчим. 60. А там 20, представляете? А тут 60. А там 20. 30 мандарин. Чеснок я купил или не купил? Не купил. Где тут наши ребята? Никого нет, кого я знаю, знакомых. Блин. Никого нет знакомых моих. Я думал, у них чеснок посмотреть. Блин. Блин, блин, блин. Сережкина вам покажу. Помидор я так и не купил. Ну что-то 45 мне цена прям вообще не нравится на пенде. Чеснока мне надо, прям простужен, надо чеснок обязательно. Штука 50 лет, штука 30 лет. Штука 30 лир это более-менее нормально, это штука 20 лир. Ну, примерно так и выйдет по 100 лир кило, наверное. Сейчас возьму или тот, или тот. Кстати, довольно-таки нормальненькие. Вроде как. Здесь полченые не могут быть. 20, а 30 лучше. Я забыл, мягкий не должен быть или не должен. Готовый, я имею в виду. Мягкий не должен быть. Манго, смотрите, какой красивый. А, запах от него идет. 200 лет. Дружка 70. Так,
Один шарешки. Малина уже у нас все продается 150. Грамм там 200, наверное. Я, конечно, точно не могу сказать. Может меньше, может больше. Но максимум 200. Нет, больше вряд ли. 150 лир, 200 грамм. Но уже есть малина, эту раду. Так, глядишь, скоро и крыжовник появится. Вот опять же, кто хочет стать миллионером, сейчас крыжовник можно выращивать в Алании и продавать. Что все за ним соскучились, многие его любят, а его нет. Вот это наш орешки наш. Здесь в работе. Где кормят. Смотрите. Ой, здравствуйте. Браба. Браба. Все окей? Спасибо большое. Чуть-чуть будешь попасть? Не, спасибо. Ничего. Спасибо. Ну, тут куча всего кормит людей. Камарон. Как дела? Нормально. Завтра Махмут Лазин, наверное, это видео выйдет позже уже. Все, увидимся. Приходите, поддержите хорошего человека, которого показываем 5 лет уже. Еще раз, на что похож глаз дракона? Он похож по вкусу на киви, по консистенции, по содержанию, по вкусу, в принципе. Но киви с кислинкой, а этот сладкий. Если вам не повезло, то он будет не сладкий, но без кислинки. А так на киви похож. Белый или черный, то есть красный, темно-красный вкуснее, честно, не знаю. Попробуйте и тот, и тот. В принципе, у них как бы вкус одинаковый, но опять же, как вам повезет, насколько он будет сладкий, тот либо другой. Так, тут у нас, напоминаю, что вот эта развязочка на отель Аджар. И дальше у нас на Blue Wave пошел в ряды с вещевым рынком. С вещевым рынком их там немного, потому что весь основной вещевой, он тянется туда, в сторону отеля Кайла и Азии. Так, на вещевой я не пойду, давайте еще чуть вас проведу, будем прощаться, тем более, что это вторая часть у нас. Я хочу помидоры купить, чеснок. У меня осталось от 200 лир сейчас. Посмотрю. Блин, Али, нету на овощах, я унюхать его чеснок взял. Осталось мало, мне уже не хватит, конечно. 60-65 лир осталось. Еще кто-то экономно трачу, 200 всего отложил тратить. А знаете, что я мало вижу сегодня? Апельсин маловато. В этом году не все, далеко не все апельсины цвели. Далеко не все цвели, поэтому апельсин, наверное, мало будет, они будут дороже. Комплект пистачки, грецкий орех, дёчево это. 800. А то попробуй. Не-не-не, спасибо. Пистачки, миндаль 500. Сухофрукты 450, 350. Ещё есть. Ну и всё есть. Сейчас побежал. А вообще Ихсан вас ждет. Самый вкусный, не забывайте, Рахат Лукума, только у Ихсана. Все домашнее, чистенькое. Клубника здесь 200. Уже 200. Или она была, то 200, я не помню, я тут не смотрел. Но клубника всего сегодня в 3 или 4 местах была всего лишь. То есть мало клубники. То, у кого есть, кто приезжает на 2 недели, не спешите ее покупать по 200, по 150. Она может быть вполне через неделю по, допустим, по 70, по 80. То есть вот бывают такие моменты, когда она вот, ну просто вот в данный момент ее мало, как бы цена высокая. Но потом она хлопает, снова ее много, а цена понижается сразу. Блин, мне чеснок нужен еще. Тут по 30, кстати, я нашел наконец помидоры, которые более-менее цена. Ну, нормальная, скажем так. Они не идеальные, но я сейчас выберу немножко. Может, везде 45, блин. Все, друзья, на этом все. Рынок у нас понедельник, оба. Выключаюсь, это вторая часть была. Пока.